1900 первоклассников пойдут в северодвинские школы 1 сентября. Родители еще 60 будущих учеников пока так и не дошли до учебных заведений, чтобы написать заявление о приеме ребенка в первый класс. Для них свободны места в школах номер 2, 11, 22 и 25. Там недобор учащихся. Остальные общеобразовательные заведения уже укомплектованы. Около 2000 желающих подали заявление в первый класс. Только несколько десятков родителей еще не выбрали своему ребенку школу. Принимать заявления начали еще в марте. Интересно, что первее всех набрали новых учеников 12-й и 13-й школы. В этом году лишь половина первоклассников пришла в учебные заведения по своему микрорайону. Остальные выбрали школы не по прописке. Либо это престиж школы, значит, да, очень высокие оценки, которые наработаны за долгие годы. Либо еще есть такой момент, он очень важен, и я всегда это отмечаю с удовлетворением. Есть родители, которые ведут ребенка к конкретному учителю. Учебники для первоклашек в этом году, как и в предыдущие годы, бесплатные. Их можно получить в библиотеке своей школы с классным руководителем. Родителям нужно приобрести канцтовары, дополнительные обучающие пособия, тетради и контурные карты. Мы своих малышей уже начальную школу учим проектной деятельности, исследовательской деятельности, способом публичного выступления, развиваем их двигательную активность. То есть, чтобы эти ребята спокойно, достойно могли учиться, существовать, быть востребованными в современном обществе. Обязательной стала и школьная форма. Состав ткани и пошив должны соответствовать требованиям. Цвет определяет каждое учебное заведение самостоятельно. Ксения Кабанова, Денис Богданов, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска.